Добро пожаловать, друзья. Это Ultimate Chicken Horse вместе с дядей Женей, Дашей Рейн и Олегом Брейном. Yes. Блин, из-за того, что надо было поздороваться, мне пришлось отпустить. Белочку. Кого отпустить? Белочку отпустить. Даша, не бомби. Не бомби. Еще не начали играть даже. Нормально. Что, опять пати-бокс, да? Так, теперь мы должны пакостить друг другу. Пакостить хотим. А давайте хоть поймем, куда нам нужно. А здесь быстрее никак скоррелировать нельзя? Скоррелировать? Угу. Олег просто корабли остался, и поэтому... Скоррелировали, да так и не выскоррелировали. Смотрите, там монетки. Бенч. Я сюда. Так, ну что, все готовы? Удачи! Удачи! А теперь самое забавное, что... Женя, ты читер! Женя победил, смотри. Если ты дойдешь до финиша, ты победитель. А где финиш, знаешь? Я, может быть, дойду до финиша. Мне бы еще узнать, где финиш, действительно. Да, вот это же вопрос, где финиш. По вашим телам нельзя бегать, случай мне? Нет. Наши тела находятся, видишь, как они углубились туда. Я и летать ведь не могу, вот в чем проблема. Кстати, а курочка не летает, да, Леш? Курочка не летает. Я вообще, по-моему, прыгнуть никак далеко не смогу, да, если даже постараюсь. Ну-ка. На иксе можно, на иксе. На иксе. Ты лег рядом с Дашей. Туда же слегся, да. Что-то сейчас разберемся. Вон финиш слева внизу. Как слева был? А, ёлки-палки, ну что это, ну? Бери вот эту херню. Какое-то западло. Что я взяла? Очередное. Эладин, получается... Аладдин это менять. Аладдин. Что это? Аладдин, ты. А, ты хотел на самолетике лететь? Блин. Самолетик! Стоять, самолетик же! Кто поставил? Нет. Ой, все плохо. Кто поставил шипы? Это я поставил. Ой, Женя, ну что ты даешь, конечно. Слушай, эта игра, она от нее жопа пылает просто страшно. Пылает, прям запылала. Ты всегда пылающий. Пылающий, Олеж. Так, ну хорошо. Давайте я вот сделаю помощь залу. Женя не так напакостил и молчит сидит. Я то же самое сделал просто. Я по красоте сделал просто, да? Давай. Все, удачи. А что там такое-то? Полетело. Это удача такая? Олежа, плохо! Нет, неплохо. Олежа спрятался. Олежа опечалился и все. Олежа, плохо! Олежа! Упади, упади. Ебой, отлично. Можно приседать, можно нагибаться, пригинаться, делать да что угодно. Да что ж такое? Да, Женя, свою же ловушку напорол. Я опять же в эту же ерунду залез. Танцующая курица. Вы поняли, короче, да? Женя понял, да, суть игры? То есть ты должен максимально пакостить. Прям максимально. Все хотели дверь взять, а этого не было, кстати, даже. Смотри, вот этой штуки не было. Подождите-ка, а почему, как вы взяли клон? Там же 4 предмета, а взяли... А куда двери? Ой, будет боль. Это будет... А, нет, стоять, блядь! Что ж ты будешь делать? Ха-ха, я сейчас посмотрю, ха-ха, смотри. Ой, ё. Давай, Дашулька, хвостик только не подпорь. А почему на одном самолете вдвоем? Это как так могло случиться? Он не выдержит двоих, он только одного. Это же бумажный. Что это? О, я взял хорошую штуку. Что я взял хорошую вещь. Олежа, вещь добра и позитива. Ну, а почему бомба сразу взорвалась? Видимо, не туда поставил. О-о-о, да. Куда? Опа, тихо. Это мой самолетик, мой. Ой, давай, удачи. Блин, два, не выдержал. Женя, нет. Женек, как так-то? Печальничка. Вот какой коварный енот, смотри, дверь открывается прямо на вход. Заходи! Коварный заходи, енот. Дорогой! Yeah. Ой, это пока легко. Чики-бень, изи-пизи, в общем, лемон-сквизи. Я вообще аутсайдер. Ты пока в аутсайдер, где шлен. Аутсайдер. Короче, я всем говорю, что я вам даю просто выиграть. Нам даешь выиграть? Я просто съехала. Аутсайда. Так, ого. Сайда. Где я падала? Сайда. Сайда. О, там лед теперь. Это весело жить теперь. Да, это я зафигарил. Ой, блин. Красавчик, чё. Та-та-та-та-та-та-та-там. Опа, смотри, сейчас Женя всех обыграет внезапно. А что вот это за фигня тень, которую я бросила? Ой. Немножко не рассчитал. Нормально. Фига тень взяли. Нормально, красивая игра, чё? Аутсайдер Дарья почему-то у нас. Аутсайдер. Ты должна хоть раз дойти. Аутсайдер. Мне пылает. Уже пылает? Уже пылает. Аутсайда. Upside down. Хотите, я вам сейчас так... Хорошо, значит, если я проиграю, я вам буду пакости делать. Пакости. В смысле? Я буду сегодня пакостью.
Да чтоб вам. Да вот уже, видимо, да. Нормально. Ай, самолет, самолет же, блядь, там же самолетик был. Ебой. Давай, ебойка. Ебойка? Ебойка. Какая мухобойка? Да, Жень, тут больно. Ой, 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 ой. Жёстко, я тебе говорю, ещё лазеров нет. Ты рассчитал немножко. Помнишь, там была какая-то дискотека, где вообще ничего не было? Авария. Там ничего не видно просто. Ладно. Динамит никто не взял, да? Нет. Самое сложное, что я еще начинаю теряться, где чей персонаж. Они какие-то похожи. Что это за говно? Зачем? Это как жвачка под школьной партой. Будьте здоровы, ну, живите богато. О, есть. Блин, куда ты меня пихнул? Это хитро, меня пихнула. Черт, медик. Красавчегус. Если что, я ее поставила. Да я понял, что все вот это напакостила ты. Ой, она прыгает, эта штука. Блин, ну что ж такое-то? Чуть-чуть порезал. Ребята, я вспомнила. Динамит и бомбы взрывают... Да. Объекты чужие, да. Чужие объекты взрывают. Я хотел... Ладно. Хотел, да вот перехотел. Да, в следующей жизни заходим. Вот это красота. Как ты прям разговариваешь? Какой-то краник поставили очередной. А что за кран поставили? А зачем ты кран поставил? Тихо. Женя, прыгай. Ты испугался, да? Ты боишься? Ты боишься, у тебя боль? Я очень боюсь, меня пылает. Может, ты попал на концерт Егора Крида? Спасибо. Фанатки увлажнились, да? Так, подожди, тихо. Сейчас тебе самолетик попадет. О, не выдержал. О, какой? Да, нет, коротко, ему нет. Тихо, там куча ловушек, попробуй, давай, рискни здоровье. Подожди, запешка. Все. Блядь, как меня убило, чем меня убило, чем? Самолетиком убило, чего? Каким самолетиком? Предмет самолетика. Самолетика дел тебя убил. Самолетика дел? Это как это? Самолетных дел мастер убил, да? Ну, он когда руку повыстает. Конечно, это убивает. Сено, да? Это сено, я так понимаю. Да. Это Джон Сено. Можно. Ту-ту-ту-ту. Джон Сено, это хорошо. Джон Сено, это хорошо. Джон Сено, это было вообще топово просто. Вау. Все. Не расчет. Не вишло. Не вишло. Не вишло победить, простите меня. Не пишло. Пижма. Ты говоришь, эта игра это бомба просто. Опа, опа, опа. Я взял? Нет, вы что, гоните? О, арбалет, смотри. Ладно. Хорошо. Ну хорошо, вам, там вот сандали? Я вам Женя, гадости делаю. Женя, имей в виду, мы там не пройдем. Женя, пройдете. Я стараюсь что-нибудь сделать интересное. Нет! Что-нибудь очень... А он может где угодно поставить. Конечно. Я знаю. Так будет веселее гораздо, понимаете? Это фан, фан-фан, тюльпан. Угу. Очень весело, я смотрю, да? Блядь, куда меня подкинуло? Подожди. А, Даша за монетой пошла. Я что-то не смог. Да шутка, что ты делала? Это что было? Это как Индиана Джонс. Это как Индиана Джонс, видишь? А что, никто не выиграл? Я не обратила внимания. За сокровищами. Не надо было бежать. Хорошо, за монетой надо, да? Все быстро расхватали ловушки. Естественно. Так. Жадность. А как тут пройти? Сгубила. Как пройти? О май фак. Что бы понаставили? Сейчас попробуем. Это красиво. Женя просто. Последний идет у нас, да, Женя? Я аккуратненько все делаю, понимаешь? Что вы творите, блин? Ой. Что происходит? Я уже умерла! Мой труп самолетик понес. Олежек. Просто сел. Просто сел и все на колючке. Ладно, хоть бутылок здесь нет, но. Ну да. А то кто его знает еще? Что вы все разобрали? Хорошо. Хапуги. Хапуги. Так, учитывая, что мы далеко не доходим. Учитывая, что мы вообще никуда не доходим. Мы вообще особо-то не доходим. Там вообще, Жень, там не пройти. Зачем колючки? Я не знаю, кто это сделал. О, воу, воу. Осторожно. Да что ж такое-то? Живой, ненадолго. Уже самолетики полетели. Но... Труп полетел ненадолго. Нет, ты не жива. Уже все уже. Ой, мой труп полетел на самолетике, еще на колючки нарвался. Это было красиво. Внезапная смерть выигрывает первый. Как это? Выигрывает кто первый? Это я. Вы вдвоем, я не играю. А, Даша, аутсайдер. Да, я вообще. А, да, у вас же ничья. А. Внезапная смерть. Пошли. Куда, за монеткой?
Давай за монеткой пошли. Точно? Может, не надо? Может, и не надо, твою ж налево. Леша, сейчас вам будет плохо. Уходи, 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 блин, что ж такое? Ай, говно. Ты должен дойти, учитывая. А, 29 секунд, я не успею, вы смеетесь, что ли? Ну давай, в смысле, пробуй. Ой, 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 ой. А, не рассчитал. Главное, что не на бутылку. Главное, что не... А, еще можно? Еще попытка есть, хорошо. Сейчас попробуем 15 секунд. Мне нравится твое, Олеж, пробуй, пробуй, давай ты пройдешь. Сам умер, давай пройдешь, это же нельзя. Зажал. Да изяк, давай, давай. Просто зажал и все. А что ты стоишь-то? Я на пике стою, как лалка. Ой, блин. Пофиксили, наконец-то, лобби. А что с лобби было? А с лобби была беда, все время вылетали. Так, что дальше-то у нас? Слушайте, а там же тема... А, знак вопроса в храме. Куда давай. Зухра? Еще раз придется. Какая Зухра? А, храм. Зухра. Нормально, Женечка, нормально. Да, нормально. Все прекрасно. Все отлично. Все чудесно. Просто потрясающе. Пока вы смеетесь, я напомню, что нужно поставить лайк под роликом, ребята. Обязательно. Всем троим. Если хотите больше серии по Chicken Horse, ставьте лайки. Главное, бутылки не ставьте. Главное, бутыли не ставьте. Я заберу сейчас тогда подарок. С чего это ты заберешь? Почему ты такой дерзкий-то сразу? Что такое это? Не успел появиться, уж сразу дерзкий такой. А что за эта фигня вот эта непонятная? Вулкан открылся! Вулкан удачи у Брейна. И как мне здесь пройти, по-твоему, скажи мне, пожалуйста? Я туда не допрыгну. Это специальный был способ такой. Во, видишь, молодец. Ты дошел, да? Медлишь-то все время. Я стратег, я стратег. А, стратег. Конечно. Я жду, когда. Я жду, когда сильнейший подохнет, чтобы потом просто пойти. Понимаешь? Ай, блин. Я жду, когда сильнейший. На изях, давай, давай, давай. На изях, давай, Жень. Опа, на изях. То есть туда надо просочиться мне на изях, да? На березовых изях, давай. На березовых изях. На березовых. Я же не курица, летать-то не могу. На березовых изях. Мы проходим. Как-то это все сложно работает. Были танцы, были муки. Муки. Не пошло, не пошло. Я петушок радуется, смотри. Ты наглый петух. Я петушок радуется. Я снова буду с этим аутсайдером. Мой любимый предмет. То есть мы взяли одинаковые предметы. Как-то. Угу. Так. Угу. Это не лего. Что за вентиляция? Вентиляторы там какие-то. Давайте, прыгайте, господа. Я жив. Тихо. Падай, 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 падай. Арива, блин. Винрар. Прыгай. Винрар? Почему винрар у тебя? Винрар, не знаю. Не знаю. Давай, Олеж, ты же курица. Блин. Заметно, заметно, да. Красиво говоришь. Ай, говно. Почему? Давай, же? Тебя получится. Как-то это было опасно. Овцы, они как пух, они быстро легки. Вот этот сложный момент, я не могу зацепиться за эту фигулину. Как хорошо вошло, да? Братская могила организовалась. Рядом с петушком, рядом с петушком. Лежит овца. Ну все. Чикенбой. О, да вы гоните, да вы что гоните, что ли, ребята? О, еще и арбалитиус там. Ой, блин. Так, сами первые прыгайте. Еще чего? Женя, куда? Я уже ушел. Я вижу. Пока. Тихо, я села. Я тоже. А дальше? Что дальше будем делать? Дальше удача. Дальше просто удача. Ааа, блин, какая удача. Молодцы, красиво. Хорошо получилось, у вас хорошо получается. А что дальше, Олеж? Дянь-дянь-дянь-дянь-дянь-дянь. Наставили? Зайцы. Давай, Жень, давай, сейчас все будет. Сейчас все это будет. Это ты, Даша, сделал? Или это было в игре? Вообще-то я так не разговариваю, только ты так разговариваешь. Вот это что такое? О, монетка. Цука-цука-цу. Читер! Читер, монета, ес! Аутсайдер Дарья опять у нас, да? Ничего не меняется. Загопал монетку, да? Загопнул. Не то слово. Бойся. Б28.
Почему? Все, это непроходимое дерьмо стало. Совсем никак? Карен пройдет. Ну, нет, проходимо, проходимо. Так, какой бы... Я взял сено, оно как бы вообще бессмысленное, ну ладно. Джон Сено. А зачем ты там поставил? Мы ж не упадем. Мяу-мяу-мяу. Падайте, падайте. Я профессионал, я читер, пошел я, в общем, к финишу, вы как хотите. Кто решится первый пройти? Я не пойду. Ой, бля. Ладно. А почему платформу перевернули этим вентилятором вверх? В смысле, лопастями. Почти получилось. А почему действительно вентилятор-то перевернули? Там вообще стрел нет. Чего вы стоите-то, ждете кого? А на приседе. А на приседе они не могут, да, прыгать, я так понимаю? Они по-вообще. На приседе, я так понимаю, не работает, да, эта штука? Угу. А вы что, слились уже, все? Мы отдохнуть полежать. Вы же все уже в бамбуке валяетесь. Бамбуча. Меня сейчас сдует, походу, просто, и все, ну да. Как же здесь быть-то? Вот это интересно. Кто вентилятор поставил? Я догадываюсь, кто. Лежа. Ну, я не ставил, нет. Сам появился. Бамбуча. Так, как же здесь пройти-то, серьезно? Жень, ты когда приседаешь, ты еще более няшный. Отё! Вот это было сложненько. Зло, блядь. Зло, человек, доктор. Зло восторжествовало, я сделал то, что хотел. Ну так вот, ты молодец, о, да. Пупенечки. Так-с. Ладно, я сделаю поблажку. На тебя, я барахло это уберу. А для кого лесенка? Меня. Спускаться было удобно? Я... А, блин! Лапу тебя напихала! Молодцы, красиво. Это надо уметь, это надо уметь. Так сливались только в Стикмане, по-моему, или где там еще. Браво. Это надо уметь. Сами поставили, сами слились там где-то, да, уже? Быстро вы, быстро. Подожди, тебе в зад же влетело. Жень, тебе же в жопу влетела стрела. Мне ничего не влетало пока. Здесь нужна стратегия, понимаешь? Здесь стратегия нужна. Здесь нужна обалденная стратегия, вот. А это что за лабуду, кто разместил? Это я разместил. А, хорошо. Платформу. О, вентилятор же я убрал, я вообще молодец. Все правильно сделал. Вот, там прям к финишу кто-то поставил мне прям отличную вещь. Вот, спасибо, это как хорошо получилось-то. Я для себя... А зачем? А зачем ты ее поставил? Она для себя же ставила. Потому что сверху можно поставить ледышку, например, или мед. Так она для себя ставила, Олег, что ты, ну? Ледышку или мед. Ледышку. Ты что, думаешь, что я ставлю? Ага, я пойду по простым путем более. Не буду заниматься ерундой, вот так лучше я сделаю. Yes! Соло. Ловушка сработала. Спасибо, мне спасибо сказали. Соло бокс! О! Ха! Как это я так быстро сделал, интересно? Ну все. Угу. Что это такое, Олег? Что ты сделаешь? Ты Павел Буре? Ты Павел Буре? В смысле? Что ты поставил? Ничего. Я первый не пойду. Вау-вау-вау. Просто и все. А что делать? Олег же пошел рисковать. На риск пошел. Бля, там шайбы, шайбы, подожди. Там шайбы летят, там шайбы. Там как я там запрыгнул? Не знаю. Учись, старайся. Да. Стремись. Вот. Там шайба. Я бегу. Давай, 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 херня. Сюда, херня, иди сюда, бля. А чё ты сел-то? Жду, пока меня отвезет эта херня. Она тебя не отвезет. Она тебя отвезет в ад. В смысле она меня не отвезет? Она не отвезет! Она не отвезет, прыгай! Я знал, что я поставил нужно. Я в нужном месте поставил эту херню. На свою же. Да, вот так вот оно бывает. Красиво. Красиво, согласен. Опа. Я успел, интересно, забрать эту фигняшку? Конечно, успел. Ау. По-моему, даже ли горит? Жестко горит. Гарево. Ты понимаешь, что из-за твоей... Ты Гарри Ванна. Ты будешь гореть. Оп, Гарри Ванна. Спасибо. На здоровье. Так, а там какая-то лабуда со мной одящаяся, или что это? Что? А, это Б. Гори. Ты куда-то побежал? Ты такой шустрый, что ли? Дерзкий тихо, самый, тихо, да? Тихо! Зачем вы там эту херню на медок, бля? Это я поставила, я все медок. Сказала. Любишь медок, люби и холодок, фигли. Да черт! Да чтоб тебя! А на 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 на
говно. Да. И такое в жизни случается. Слушай, а как тут пройти? Там просто наверх с одного удара, с одной тыки. Ты умудрилась залететь на шайбу. Красиво. Yes! Победа! Чуть-чуть даже. Женя играет первый раз и умудрился выиграть, понимаешь? Новичкам везет. Вот, слава богу, что ты проиграл. Ничего себе. Ты все время обыгрывал. Слава богу, что я проиграл. Ты меня все время обыгрывал. У меня написано, вы супер овца. Вот зашибись. Да, супер овца. Возьму коника. Так, я буду хамелеоном. Он цвета меняет. Так, куда мы далее идем? Так, а что, где у нас вопросы? Давайте смотреть, где, вулкан появился. Вы хотите вулкан в этой серии? Вулкан удачи. Вон, смотрите, айсберг. Давай вулкан пойдем, да, айсберг. Где вулкан? Где вулкан? Слушай, я хочу переодеться. Айсберг со знаком вопроса. А, айсберг, вот смотри, пойдем в айсберг тогда. Стоп, я тоже хочу переодеться. Я как айсберг в океане. Как мы переодеваемся? Там на кнопку B. Налево, направо. B. Давай, душульчик, давай. Так, 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 так. Ладно, буду такой ходить. Чтоб тебя... Давай, душечка. А что за у тебя ерунда на голове? Корона. ЧСВ. ЧСВ. Отлично. А где ты взял корону? В гардеробе. А у него есть гардероб? Да, есть гардероб. А как гардероб открывать? А внизу там под нами слева там домик. Да, вот налево если пройти. А, вот это гардероб, что ли? Видишь, шкаф, да. Там подходишь. Шкаф? А что нажимать? О! Подойти, крестик нажать. А у меня ничего нет. А у меня есть корона. Погодите, а где шкаф-то какой? Вот этот шкаф, что ли? Вот это там, где зеркальце, да, шкафчик. Ой, тихо. А у меня вообще он закрыт, поэтому это не для меня, видимо. У меня тоже закрыт. А что ты свободный? На удивление, у Олега открыто. А, пошлите тогда куда? Айсберг? Давайте на айсберг. Ой. Ну топай же, что ж ты за... Айсберг. Чистый на голову одел. Давай уже. Пойдем уже давай. Ой, мамочки. На изях же добраться можно. На изях. Слушай, ты у нас на изях проходишь. Легких путей. Так вот она в прошлый раз сыграла на изях. О, монетка. Так. Тут что-то интересное. А где начало? А где мы начало? А вон старт написано. Старт, а где фильм? Подарок забирать будем, нет? Да. Обязательно. Хорошо, допустим. Так. Давайте. Жадность она такая. Мяу. Я подожду. Цок, цок. Лошадь летает. Слон. Слон. Поиграть. О, слон! Это слон, офигенно! А чё слон-то? А кто будет слона? Прекрасно, прекрасно! Профессионализм! Ой. Естественно! Это у всех, я смотрю, профессионализм. Там, по-моему, этот айсберг упал на корабль. Айсберг упал на корабль. Хорошо. Взяли, что-то хапанули. Какая-то бомбуча, не знаю. Отлично. Бронзбой тут прям топово вообще стоит. А почему бронзбой так странно стоит? Бочку я поставил. Да. Тихо! Тихо! Тихо, я жива! Блять, я что, умер? Какого хера? А какого я сдох? Бля! Я вообще утопился. Я утопился, не долетел. Нет, нет! Нет! Там монетка была. Монета была. Там монета была. Да плевать мне на монету, я выиграла. Нормально. Подожди, еще не вечер. Ну хоть один раз за весь ролик, можно же выиграть. Подожди, еще вечер. Чего вы там понаставили? Какая-то аномалия какая-то вообще. Лабуда какая. Это какая-то аномалия. Что за шестерня, Жень? Не знаю, посмотрим. Сейчас кто дойдет, тот молодец. Тут есть черная дыра, по-моему, есть. Черная дыра. Стоять! Что он слишком быстро, тебе не кажется двигаться? Нормально? Нормально, да я умерла из-за вас! Почему ты туда зашел вообще? Ты видел, я там мог вылезти? Ты вообще зашел куда-то, непонятно. А что там? Олежек застрял где-то, я не знаю. А, в смысле? Я умер, что ли? Да. Да. Как я мог сдохнуть? Я же там был. А ты внутрь зачем-то зашел, и все, я не понимаю, что это было. Ты просто внутрь зашел. Олежка аутсайдер. Уже аутсайдер? Да. Ну ты видел, я там случайно. Очень. Так. Что за саддом там организовали опять? Какой-то Алис Купер. Нормально же, сейчас все пройдем.
Чтобы чётенько. Чётенько. Да. А! Медок! 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 Тихо. Твой ты, ёлки-палки. Молодец. На изи прям. На изях. На изях. Да, ты дошел наконец-то. Возврат? А что такое возврат? А куда ты вернулся? А куда ты вернулся? Я вообще не знаю, что такое возврат. Это что было сейчас? Возврат какой-то оказался. Значит, что ты читер, Олег. Конечно. Хорошо. Конечно, читер. Читачок. Алло. Читачилла. О, кто поставил воздух? Ну, можно представить, кто это сделал. Спасибо! Мы потонули где-то там. В одном и том же месте. Олежа! Да? Да, я слушаю тебя. Шестеренка. Я поставил, я не знаю. Да, я зачем-то поставил. Кто там аутсайдер, а? Кто аутсайдер? Мы аутсайдеры. Ебой! Ебой. Так. Хорошо. Зачем ты поставил эту херню туда? Я не знаю, я просто не понимаю, что это такое, поэтому на наугад. Я ее поставил, даже я чуть не смыло. Ух, как мы прошли-то под бочечкой с тобой, а? Тихо, тихо! Опа, 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 опа. Угу. Тихо! Нифига себе, чемпион там. Тихо! Что случилось вообще? Вообще живы? Ой, бля. А ты жив? Конечно, я прошу. Блин, ты так стал? Интересно. Лошадкам трудно так стоять долго. Нормально так стоять лошадкам. Ты так переживаешь за лошадок, Олеж? Ага, что это вообще такое было? Угу. Это что-то хорошее, наверное. Не знаю, монетку может взять еще? Может, попробуй. Не получилось. Все. Возврат. У нас лестница прям вышла. Вы супер енот. Супер енотик. Супер енот. Вот так всегда. Супер енот. Я супер енот. Супер енот. Че, заело там у тебя, что ли? Слон! Енот, я супер енот. Я слон! В смысле? Злон. Ты кто злон? Хочет за слона поиграть? Ты за слона будешь играть. Спасибо. Спасибо. Так что, еще каточку? Так, серию здесь, наверное, закончим, да, наверное, я думаю? Сейчас, подожди. Подожди, сейчас. Сейчас все будет. Во. Идеально. Это чикапета. Что слоник? А что слон делает, Дышуля? У кого есть хобот, может повторить? Я так разговариваю. Да, ты так разговариваешь. У кого есть хобот, может повторить? Чикапета. Нет, не ко мне. Я предлагаю здесь закончить. Да, давайте здесь серию закончим, ага. Все, ребят, с вас лайк. И подписочка. Ultimate Chicken Horse вместе с Брейном, Дашей и дядей Женей. Yes. Сегодня такое эпическое трио у нас было. Я надеюсь, вам понравилось. Увидимся в новой серии. Пока-пока. Пока.